Позволяешь ли ты себе оскорблять, унижать девочек в тренировочном или игровом процессе? Девочки, вот один вопрос, извините, без ответа. Да, извините, я знаю, что вы меня сейчас еще больше возненавидите, но тем не менее. Жена ушла к другой жене. Реальность или слухи? Ну давай пикантный. Как много у тебя было романов с девочками? И это единственный человек, я уверен, в украинском женском футзале, за которого заплатили реальные деньги. Нет ли сейчас у национальной сборной конфликта интересов, когда главный тренер команды национальной является главным тренером национальной студенческой сборной? Хочешь что-то посмеяться? В 2023 году забыли провести Кубок Украины. Для мене питання мови – це чистої води політика, не більше, не менше. Тому що особливо, коли я чую такі речі, як «А чого ви зі мною спілкуєтесь російською мовою?» десь, то для мене це останній аргумент, коли у людини вже немає просто про що з тобою говорити. Наша команда прекращає существування, це може бути. Ну, це реальна абсолютна історія. Пока ты кушаешь лимон, который ты выжил, сейчас начнется... Чистыми руками. Да. Очень интересно дальше будет. Дополнительное время. Дополнительное время. Начнем с рубрики. Фоторубрика. Это наши... Я показываю тебе фотографии наших с тобой общих подписчиков в Инстаграме. Угу. Они есть? Да. Их очень немало, я тебе хочу сказать. Показываю тебе фотографию. Ты очень вкратце характеризуешь этого человека. Если вот так вспоминаешь какую-то историю с этим человеком, рассказываешь. Нет, просто там написал пару слов. Угу. И все. Дополнительное время уже пошло, да? Да. Поехали. Ксюха. Вот это человек, с которым я в жизни связываю много историй. Но самое классное это то, что мне в свое время удалось ее вернуть из футбола в футзал. До футзала это бриллиант на самом деле. И это единственный человек, я уверен, в украинском женском футзале, за которого заплатили реальные деньги. Не вы. Мы. Вы. Это был конец 2018 года, это мы только создали команду. Вот, ну, соответственно, нам нужны были игроки, учитывая то, что у нас была команда молодая. И, ну, молодая в плане возраста всех игроков, и это в основном выпускницы ДЮСШ Беличанка. И мы думали, Шуля играла в Венгрии тогда. Я говорю, Ксюха, ну, Ксюша, ну, куда делась Ксюша? Я знаю, что у нее была одна операция крестообразная, вторая, третья. У нее в общей сложности три операции на крестообразных. Да, это в возрасте до 21 года, по-моему. Ну, это талантище, я же говорю, можешь посмотреть, где-то есть нарезки в YouTube. Вот. Где она? Ну, играет в Днепре. Мы поехали в Днепр. Игра ноябрь месяц какой-то. Скользко, у них в команде еще там мало людей. Она то ли поскользнулась, то ли что-то было с плечом, выбила плечо или вывихнула. То есть не играла или дернула что-то. Девочка, не, вру. Она не играла, что-то на разминке дернула ногу. Ну вот, их остается 10 вообще играть. Это у них кубковая игра была. Во время игры девочка из их команды упала, по-моему, плечо выбила или что-то. Она с ней уехала в больничку. Ну и они возвращаются. Как раз был ближе к середине второго тайма. Они в девятером их команда играют. Вот. Я говорю, что не мерзли, садитесь в машину, потому что девочка пошла куда-то, то ли в раздевалку, то ли куда, говорит, садись в машину, как раз мне нужно, был момент, чтобы переговорить. Я говорю, слушай, есть предложение, такая команда, ты знаешь, так вот, есть предложение, чтобы ты вернулась в футзал. По условиям мы договорились,
я говорю, он говорит, единственное, что у меня вопрос, ну, по коленям, я не знаю, как мне зал менять, но, то есть, точнее, футбол, трава искусственная, менять на зал. Я говорю, вопросов нет, мы на понедельник договариваюсь с доктором, он посмотрит, скажет, да, да, нет, нет, и все, как бы, и принимаем решение. Тут же купил билет, отправил. Это была суббота. В понедельник она приехала в Киев, мы приехали к доктору, посмотрел, говорит, слушай, для нее, наверное, паркет даже лучше, чем смена покрытия, искусственная, натуральная. Вот. Ну, у нее был контракт в Днепре, договорились через, с клубом, его разорвали, и мы рассчитались. Я знаю то, что мы договорились на тот момент о сумме в $5000, на то время это 150 тысяч гривен приблизительно. При мне руководитель в одном из ресторанов, мы встречались с их руководителями, отдал $2000, и тренеру их команды мы оплачивали лицензирование. Ну, если она его прошла, значит, оплатили. Ну, скорее всего, я так надеюсь, потому что там, зная махинации нашего бывшего руководителя, там все, что хочешь, могло быть, но я думаю, что мы оплатили это лицензирование, потому что она потом ни разу еще в Киев к нам приезжала, и они были в хороших отношениях. Как бы это 3000, и 4000, я знаю, мы сделали операцию одному из игроков. В вратарю мы сделали операцию в Киеве здесь, ну, любая операция на кресты, это $1000. И должны были сделать еще одну операцию второй девочке. Но вот тут я не уверен, заплатили, нет. То есть реальных про $4000 я знаю, ну, условно 4, потому что если лицензирование она не сама себе оплатила, значит 4. Если оплатила сама, значит 3. Но это реальные деньги, которые были заплачены, то, что я видел, и то, что я знаю. Вот. Договоренность была такой, поэтому на самом деле это было интересно. И по поводу Ксюхи, очень, кстати, правильный человек в плане, наверное, каких-то жизненных позиций. Несмотря на все, что ты, наверное, хотел услышать от меня по поводу всего-всего, но все, что личное, оно у меня не пересекается с профессиональным. Это было давно, и это так есть сейчас. Вот в плане профессиональных качеств и человеческих качеств, мы когда стали разговаривать о сумме, за которую она переходит из клуба в клуб, вот, она сказала, я знаю, какие проблемы есть у нас в клубе и что может быть. Я бы хотела, у нас есть две девочки, которые не прооперированы, одна год, вторая полтора, потому что, ну, нет этих возможностей. То, что вы договоритесь с руководством, это одна история, но эти девочки должны быть прооперированы. Давайте вы договоритесь, их прооперируете, но это, ну, эти деньги не будут приходить в клуб, потому что они не дойдут до этих операций. Поэтому я знаю точно, что одну мы прооперировали, по второй у меня есть сомнения, я просто думал, вот, буквально еще до 2 месяца назад думал, что это было прооперировано, но когда мы, Ксюша возвращалась к нам в команду, мы разговаривали, и она говорит, что вроде бы как вторую не прооперировали. Но я не контролировал этот вопрос, потому что я не, как бы, не договаривался об этом. Но то, что я видел своими глазами, это однозначно передача там, $2000, и однозначно это одна операция, это то, что я видел своими глазами. И, понятное дело, лицензирование там для меня это 50/50, или там долго обещали или не сделали, или же сделали, тогда это или 4, или 3, но в любом случае это единственный, наверное, за всю историю адекватный трансфер, там, где это было все сделано правильно. У человека есть контракт, заплатились деньги, которые были озвучены, и она вернулась в футзал. И слава богу, по сей день она играет в национальной сборной. Она вернулась к нам в клуб, она получила колоссальный опыт в Испании. Она здорово себя проявила, когда уехала в Кувейт, там, став лучшим игроком Кувейта, лучшим бомбардиром тоже. Врать опять же не буду, там не знаю, кто стал лучшим бомбардиром. И это единственный игрок, которого признавали наикращую футболистку Украины. Потому что больше после того, как в том году, ну, ты знаешь, гала-вечеринка Федерации футбола Украины, да, угу, там, где признают лучших. Вот это был единственный год, когда они признавали лучшую футзалистку. Угу. Больше эта история закончилась. Футзалисты есть, пляжный футбол есть, футзалисток нету.
Я не знаю, опять же, почему это происходит. Если бы я был руководителем и понимал, как это все работает, я бы задавал вопрос, почему лучшая футболистка есть, лучшей футзалистки нет. Почему есть лучший футзалист, а нет лучшей футзалистки. Но для меня это непонятная история до сих пор. Поэтому если про Ксюху, ну вот такие истории. И для меня это очень как бы хороший, светлый человек. Это единственный игрок из тех, опять же, которые в реалиях уехали куда-либо за границу. Она имела здесь контракт. Она перед тем, как она уезжала в Кувейт, у нее был контракт еще на один год. Вот, мы разорвали его без проблем, вообще без всяких. И по истечении своего контракта в Кувейте, по возвращению в Украину, она вернулась, положила мне на стол конверт. Меня не было в кабинете в офисе. Да? Я говорю, что это? Говорит, мы с вами договаривались, там 10% от моей зарплаты. Я знаю, что вам есть куда их потратить. Ну, в команде есть проблема, я знаю, что вам есть куда потратить. Хотя у нас была предварительная договоренность, никаких бумаг не было, ничего. Мы разорвали контракт и все. Но вот это говорит о многом. Поэтому, ну, я же говорю, вот эта история, наверное, самая крутая из тех, которые были. Вот это, наверное, не нужно много раз ничего рассказывать, вот одно действие, которое говорит об отношении. Ну и то, что она сейчас вернулась после Испании сюда в клуб, и я надеюсь, будет писать его историю еще долго-долго-долго. Вот, по крайней мере, до моих 75 лет. Вот. И вернется в ту форму, в которой она была, потому что сейчас для меня это 50% от ее возможностей. Она адаптируется, снова она возвращается в свою форму. И то, что мы видели сейчас в матчах сборной позавчера и вчера, то желание, та искра в глазах, которая есть, ну, это дорогого стоит. Я часто говорю о таких людях, что их желание дорогого стоит. И работать с такими людьми одно удовольствие. Не без проблем, конечно, они всегда были и есть. Но то, что требуется на площадке, нередко к ней были вопросы. О, это моя звезда, Шуля. Это второй человек, который пришел после Ксюши в команду, которого мы возвращали из Венгрии. История тоже была интересная. Ее вызвали в национальную сборную тогда, чтобы посмотреть. Она долго не вызывалась. Скажем так, из-за слухов с ее проблемами с дисциплиной. Вот. Это был Ужгород. Мы, недолго думая, я знал, что в команде она нам нужна. Сидели президенты всех клубов тогда и, скажем так, пускали слюни по поводу Шули. Мы с ней прошли, сели за стол, говорили условия. Она засомневалась, там у нее были некоторые моменты, которые она хотела продавить, но, зная меня, тогда она бы о них даже не говорила. Но попыталась продавить, не получилось. Мы договорились о условиях финансовых. Сказала, подумаю. Подумала. И Новый год начала уже тренироваться с нами. Также для меня было приятно работать с ней. И у нас получилось очень классный дуэт у нее с Ксюхой. Они был период, вот как раз 19-20 год. Национальные сборные, они на двоих забивали вот, турнир Львив Freedom Cup, он, по-моему, назывался. Да, или Freedom Cup, или Open. Наверное, Freedom все-таки. Они на двоих, там, из 14 мячей, которые забил, из 16, которые забила сборная, они забили 14. Причем еще дали друг другу там по 8-7 голевых. И они просто выходили, получали удовольствие от игры, находя передачами друг друга. Там было неважно, кто забьет, одна или вторая. Там, наверное, еще больше кайф был даже в передачах, чем в голах. Ну и дальше переходы Анины и в Россию, и в Испанию. Я всегда был в ней уверен, да. Знаешь, когда ты о ком-то договариваешься, должен быть уверен, что тебя не подведут. Но она меня ни в России не подвела, ни, ну, меня имеется в виду, то, что я за нее как бы говорил слово, и она там стала
одной из лучших игроков чемпионата. Я думаю, если бы у нее было не украинское гражданство, то она точно стала бы лучшим игроком чемпионата. И переехав в Испанию, она также на достойном уровне выступала. Да, травмы ей мешают полностью раскрыться, но тем не менее она на высоком уровне себя проявляла. Это в лучшем чемпионате, это в сильнейшем чемпионате мира, я думаю, который существует женский на сегодняшний день. Это испанский. Плюс она же и студентка университета Драгоманова. Вот на этом чемпионате Европы среди вузов она была уже в роли капитана, как в принципе и в прошлом. Вот. Идет команду за собой вперед, она забивает классные голы. Это человек, который делает разницу на поле. И всегда заряжена на игру, на результат. Причем, что бы ни происходило у нее в жизни, как бы ей сложно или легко не было где-то морально, человек, который зашла в раздевалку, она выключилась. Вышла на поле, включилась. Зашла в раздевалку, выключилась, включилась. Возможно, в каком-то формате кто-то ее принимает, кто-то ее не воспринимает, но это топовый игрок. Топовый игрок европейского уровня. Тася Бабенко. Мы с ней пересекались всего-навсего на футбольном поле, точнее на футзальных площадках, поэтому много сказать не могу. Привет, привет, пока-пока. Ну, достаточно добротный защитник. Игрок, который она также бескомпромиссна в борьбе. С человеческим качеством, не знаю, два раза он был на сборах, ну, сидели за столом, пили кофе. Ну, позитивные ощущения, ни больше, ни меньше. Саня Скибина. Саня Скибина – это переход скандальный, не скандальный, такой с запашком из МС к нам. Вот. Игрок молодой, тоже, кстати, сейчас восстанавливается после повреждения, которое получила в национальной сборной. Восстанавливается у нас в спорткомплексе, в нашем зале, с желанием вернуться как можно быстрее в футзал, но крестообразно это так, не самое быстрое восстановление. Игрок молодой, игрок перспективный, со своими сильными сторонами. Был период времени, особенно когда началась война, она сама из Харькова, много общались с мамой. До этого мама за нее очень переживала. Там семья хорошая, позитивная. Саня, ну, человек, который стремится быть всегда самостоятельной, решать все вопросы сама, потому что, наверное, хочет показать родителям, что она живет своей независимой жизнью. И уже давным-давно, наверное, лет 15-16 в МС она когда переехала, она в университет поступала, честно, не помню, во сколько она приходила в МС, но самостоятельной жизнью уже точно с первого курса университета живет. Так, мама вечно позвонит, что-то спросит, а что там у нее, как там, говорю, пожалуйста, дайте ей спокойно жить. Понятное дело, что вроде какие-то моменты бытовые рассказываешь, но немного. Санечка злилась какое-то время, что вот вы, откуда вы это знаете, откуда вы это знаете. Ну, знаю, так же, как и, в принципе, переезд ее в Испанию, да, тогда мы с мамой общались, она говорит, вы не против, первый день 24 февраля, на телефоне, вы не против, Саша едет в Харьков. Я говорю, какой Харьков? Ну, вы шутите. Я говорю, ну, вы родители, у вас есть дочь, пожалуйста, между собой решайте. Я говорю, я как бы против. Вот. Но, слава богу, так получилось, что в Харьков у нее, ну, просто физически не было возможности доехать, вокзал был забит, поезда были переполнены. Вот. Потом через какой-то период времени общаюсь с мамой, она говорит, да, Саша уже в Праге, как бы все нормально, не переживайте за нее, я понимаю, что не могу дозвониться. Вот. Ну, будет там уже искать какую-то работу, там, может, официантка, там у нее подруга, я говорю, подождите, стоп, какая официантка, не-не-не. И с кем на связи, Маша Восковец, все, давай, Маша Восковец, Саня. С Машей была тогда еще в Украине. Маша, говорю, едет то ли в Варшаву, то ли куда-то, не помню откуда они, Краков, Варшава, они откуда-то летели. Вы встречаетесь там, и вдвоем в Испанию в команду. Какие, я говорю, как карьеру прекращать? Нет, быть не может такого. Вот таким образом она уехала, они уехали в Родильес,
сейчас перешли в другую команду, в прошлом сезоне точнее, они перешли в другую команду. Команда, которая играла в премьере, сезончик провела в премьере. Не самый плохой, по моему мнению. Вот. И сейчас травма. Ну, тоже переход, перешла, играла в Сегунье, но тем не менее, это Испания для нее важно, развитие. То есть это хороший игрок с большими перспективами, но ей сложнее, если мы будем говорить о предыдущих двух, там, про Шулю, это талантище, реально, ну, у нее есть свои сильные стороны, которые она феерически использует, не выдумывая ничего более крутого, да, там, чем она может. Она играет круто, она имеет все свои сильные стороны, она ими пользуется идеально, исключительно на все 100%. Так же, как Ксюха, Ксюша – это человек, ну, просто ей дано, и она получает удовольствие от игры, то у Сани чуть другая история. Ей нужно работать, очень много, и больше слушать, чем то, что она делает, пытаясь использовать те качества, которые у нее есть. Вот ей нужно прибавлять в том, что ей нужно чуть больше слышать то, что от нее хотят. Но это крутая история. Вика Кислова. Ну, для меня это игрок, который также приходил из МС, также за Пашком, чуть более громко, чем Саня с Кибином. Вот, но это игрок и вратарь, который сделала себя сама своим трудолюбием, своим характером. И она достойна национальной сборной, это однозначно. Да, сейчас у нее период в Сегунде не самый простой для нее, как для голкипера, который должен играть постоянно. Она хочет играть постоянно, хочет играть в премьере, но на ее позиции там в клубе не взяли вратаря национальной сборной Испании, и там конкуренция колоссальная. Но она борется, она в прошлом сезоне достаточное количество матчей отыграла в премьере и на хорошем уровне. Она эмоциональна, это человек, который переживает каждую какую-то мелкую неудачу, вот такую, очень импульсивно. Но, тем не менее, она настоящая, как по мне, в своих проявлениях на площадке, на поле. Но это эмоции. Мне кажется, это настоящие эмоции. В жизни абсолютно, наверное, правильно сказать, трудоголик, которая нашла для себя какое-то свое дело, да, это фитнес, кроссфит, не знаю, как правильно это называется, но которая совершенствуется не только в футзале, не только там, думая о игре, но о каком-то будущем, да. Ну, для меня это достойный, хороший человек. Юля Титова. Ну, с ней мы провели, мы знакомы дольше, чем мы начали работать вместе. Провели несколько лет, два, наверное, в МС. Это профессионал, это игрок, который с детства жила спортом, живет по сегодняшний день. У нас были разногласия в какой-то, наверное, в начальном периоде времени в МС, да, там какие-то трения, но тем не менее они как-то стерлись грани. Ну, плохого ничего не могу сказать. Хорошего, целеустремленный, хороший, светлый человек, который хочет, наверное, свой опыт передать следующим поколениям. И если мы говорим в плане футзала здесь, да, то она хочет передать этот опыт, и чтобы этот вид спорта в Украине развивался. Больше нечего добавить. Каталина, моя подружка из Венгрии. Это человек, который живет футзалом 24 часа в сутки. Реально она пытается максимально развивать свой клуб в Венгрии. Это клуб, с которым у нас классные партнерские отношения. Вместе мы сейчас проводили зимой Estrellas Cup Second Edition. Это то, что несколько лет назад мы делали в период ковида уже в Украине, когда у меня появилась идея в том, что нету предсезонных турниров, нам сложно готовиться к сезону. И было
проведен первый турнир Stellar's Cup в Киеве. Здесь приехали команды из Кувейта, Венгрия. Мы были, поляки не смогли приехать из-за того, что у них в команде начался карантин. Они не приехали, там энергия добавлялась. Но мы провели первый турнир. Сейчас в Венгрии должны были проводить второй, но там тоже появились проблемы у команд из Польши и Словакии. Мы провели его в формате двух команд, мы сыграли две товарищеских игры. Катерин полностью все организовала, кроме экскурсии по Дебрецену, почему-то. Вот, но это в будущем. И в следующем году мы планируем зимой уже большой такой турнир, потому что как бы не получилось полноценный second edition, но может быть second edition все-таки пройдет в таком формате, как нам того хотелось. Друзья, теперь каждый мой подписчик в Инстаграме, коими вы и являетесь, сможет попасть ко мне в программу с СОИщем. Для этого вам ничего не нужно делать. Я буду сам выбирать одного из вас и вставлять в одну из рубрик программы под названием «Фоторубрика». Показывая вашу фотографию, мои герои будут рассказывать о вас и высказывать свое мнение. Тоже под рубрика называется «Инстажизнь». Кстати, есть, да, чуть-чуть у нас с тобой общих подписчиков? Чуть-чуть есть. Инстажизнь, это я показываю несколько. Подожди, а что, пацанов нет вообще общих знакомых? Есть, но слава у нас Богу. Же женская тема, поэтому... Я думал, что общих знакомых есть куча. Слышишь, а как, кстати, тебе у Каталины дом классный, да? Мне? Да. Она меня не приглашала еще. А, блин. Это просто общие... А, это общие подписчики. Я думал, друзья. Не все. Друзья, подписчики. Пока она меня не приглашала. Никто из наших с тобой подписчиков меня не приглашал. Я показываю тебе твою фотографию с Инстаграма. Да. Несколько. А ты очень вкратце, что это... Где вкратце? Ты заметил уже? Я заметил. Я заметил, что о вас он может говорить часами. Часами о каждой из вас. Да у меня нет часов, я не могу ими говорить. Поехали. Это Sky Family Park, сын Илюхи Гагухи. Как-то гуляли вместе. Все, ни больше, ни меньше. Не мой. А тут ты быстренько справляешься. Тот же день мешки у нас украли, я пошел отобрал. Харьков, игра с Теслой. И Дима Повознюк приезжал, потому что мне как раз Феросом играли в Харькове с Металлистом. Лучший тренер Украины. Номинация. Гордишься этим? Да. Три трофея в одном сезоне. Гордишься? Тоже, конечно. Ради чего работаем. Торнике, мой товарищ, который был в команде, и перед каждой игрой его целовал, как Бортеза, высен. Помогало. Выиграли тогда. Все. Эти три, наверное, фото можно в один, я так понимаю, но ты расскажешь. Раз, два, финал Лиги чемпионов в Киеве. Финал Лиги чемпионов в Киеве. Это футболисты, которые... Легендарные. Которые для меня, да, легенды. Мальдини. Куда дальше? Кто там, Карамбио и Кафу? Угу. Подрубрика «Запретные темы». 5 запретных тем, о которых не принято говорить, но мы поговорим. Давай начнем с вообще, о чем мы не затрагивали. Политика. За кого ты голосовал на выборах? Последний. Я последний раз на выборах был 18 лет. За кого? Там поставил против всех. Против всех? Да. Вообще, ты сейчас следишь за политикой? Не за войной, за политикой или до войны? Следил? Редко. Что-то понимаю, что-то слышу, могу только анализировать, но много нет. Я не сильно разбираюсь. Знаешь, как этот... Недавно мне про политику один мой знакомый из Ивано-Франковской области сказал. Про политику говорит. Ты хуй моря бачив? Она еще тоньше. М? А политика еще тоньше. Да, да, да. И одна херня у комара. Да.
Религия. Веришь ли ты в Бога? Да. И сказать конкретно в Бога, скорее да, чем нет, но я верю, что есть какие-то высшие силы. Мы можем его называть Бог, Аллах, Будда, без разницы как, но что-то точно есть, что нами управляет. Можно, возможно, это можно назвать высший разум, я не знаю. Но есть вещи, которые сложно объяснить обычными словами. Мне так точно. Значит, нужно во что-то верить, что что-то нами управляет. Ну, если так, то, ну, что-то есть. Что-то верить. Ходишь ли ты в церковь? Редко. Костел. Костел. В церковь не хожу лет 5, минимум, принципиально. Могу зайти, но так, чтобы я ходил в церковь, в какой-то момент отвернуло и не хожу. Мне не нравится отношение в наших православных церквях к людям, мне не нравятся поборы, и мне не нравится то, что там происходит. Мне просто пару раз, когда продавали свечи, так со мной пообщались, что я понял, что, ну, там нужно моих там 4 гривны, там, условно, свеча, которая стоит 4 гривны, там, я обычно покупаю 7, ну, привычка, 7, и ты даешь, мне сказали, что не можешь 5 заплатить, в смысле 5 заплатить, 4 гривны стоимость. Я могу это сделать, я могу и 10 заплатить. Я покупаю свечу, которая стоит 4 гривны. Ну и дал на 7 свечей, стою, жду сдачу. Что ты ждешь сдачу, уже 5 не можешь заплатить? Могу, блин, ну. Один такой случай, второй случай, третий случай там был гораздо раньше со мной связан, когда какой-то, по-моему, ну, туда, куда я ходил, это монастырь. Я постоянно ходил часто. Мне нужно было, я хотел, по-моему, венчаться. Наверное, так это было. Мне говорят, ну, типа, в монастырях не принято, в монастырях не венчаю. Я говорю, окей, ну, не венчаю, хорошо. Говорит, ну, вы к батюшке подойдите, он вам подскажет. Я подхожу к батюшке, там, начинаем разговаривать. Он мне говорит, ну, в монастырях не принято венчать, тем более у нас мужской монастырь. Там. Я говорю, вопросов нет, все, я понял. Говорит, но у нас есть нижний храм. И вот там вот можно. И это стоит там столько. Он там прайс назвал. Ну, меня отвернуло просто и все. Ну, так не работает. Это для меня это так не работает. Я прихожу в костел. Это абсолютно другая история. Я хожу в Киеве часто. Ну, как часто. Раз в месяц. Наверное, даже нет. Раз в 2 месяца. Ну, по возможности, по желанию. Костел Святого Александра возле дома Ленина. Ленина, Европейская площадь, как он сейчас называется, Украинский дом, там чуть выше, абсолютно хорошая атмосфера. Если ты приходишь утром, днем, там практически пусто, да, там немного занято, ты можешь побыть, посмотреть, подумать, ну, как бы в какой-то атмосфере, да, в своей. Вот, если ты попадаешь или приходишь конкретно на службу, она идет абсолютно по-другому, чем в православной церкви. Да, она идет, в принципе, по тексту все одно и то же. Ну, другого не будет, Библия она одна. Но по самой подаче, и тут вопрос не в том, что люди сидят на лавочках или не сидят на лавочках, как у нас стоят и в обмороки падают, и не дай Боже тебе куда-либо присесть, вопрос не в этом. Вопрос в том, что после того, как заканчивается служба, еще идет условно, да, там проповедь. Человек может услышать какие-то ответы на свои вопросы, может услышать, ну, просто какую-то условно притчу, да, о чем-то, к чему-то, которое привязано к празднику, который сегодня, или там, к дню, который там сегодня отмечает церковь. Это интересно, но и к тебе. Ну, нет вот этого чувства, там, где от тебя требуют деньги, ты их сам туда принесешь. Ну, вот любая церковь живет на что? Ну, это ж неприбыльная организация, по большому-то счету, да, она живет на какие-то деньги, которые, да, приносят прихожане. Опять же, у меня там история была с какими-то аксессуарами, то ли крестики, то ли еще чего-то. Я пришел, у них не работает терминал, да, но налички нет. Я говорю, блин, мне нужно на подарок. Я розарий, да, покупал. 2 мне нужно было. Я куда-то ехал. Короче, не суть важно.
мне нужен вот этот подарок, но я опаздываю там на поезд, я просто физически не успею уже там в каком притесной личке. Ничего страшного, ты бери, ну я же тебя там видела несколько раз здесь, я знаю, ты занесешь. Все мне выдали, да, я в следующий раз пришел, я пришел быстрее, чем я бы обычно пришел, потому что я вернулся в Киев, и я знаю, что мне нужно прийти рассчитаться, я пришел себе, аккуратненько рассчитался, все, никаких вопросов вообще ни у кого не возникло. Я мог туда вообще никогда в жизни больше не прийти, откуда там эта женщина в лавке церковной знает, может, я приехал в Киев на 4 часа, блин, зашел, меня не было, я больше никогда не приехал. Она видела на меня пару раз, ну окей, хорошо. Деньги. Сколько и на чем ты сейчас зарабатываешь? Будстар. Не хватает зарплаты в Будстаре. Ну, это вот главный человек, который платит зарплату, он платит в том числе и тебе. Как тренеру. Конечно, как тренеру. Да. А больше у тебя никаких там проектов сейчас нету. Чисто вот ты тренер Будстар. Ну. Крипты, вот этой ерундой не занимаюсь. Трейдингом. Не-не-не. Если, смотри, у меня история, если я начинаю чем-то заниматься, то, что мне нравится и приносит удовольствие, я туда ухожу с головой. Если бы сейчас появилась какая-то история, кроме Будстара, которая бы меня заинтересовала, я бы туда ушел с головой, и здесь бы не было ничего. Почему у меня прекратилась вся моя история с одним бизнесом, со вторым, но с нанесением? Он просто был партнер. И когда я понял, что ну, я физически просто не могу быть в двух местах, мы сели, поговорили, и он пошел своим путем, да, эта вся история, может быть, по-моему, она работает еще по сегодняшний день. Мы не настолько близкие сейчас стали после этого расхода. Он там не до конца понял, как можно уйти в никуда, имея там успешный какой-то проект. Вот. Мы не работаем, но я просто понимал, что или будет футзал, или будет работа. Ну, та, которая, да, она приносила удовольствие, я кайфовал от нее. Ну, мы тоже его запускали с нуля, с большой конкуренцией, тогда ничего не было. Мы когда получили первую команду премьер-лиги в клиенты, я просто кайфовал. Но появился футзал, появился Будстар, и на этом вся история закончилась. Я не умею работать в четырех местах одновременно. Качественно. Ты получаешь больше всех в команде? Нет. Есть игроки, которые получают больше тебя? Есть игроки, которые зарабатывают больше, чем я. Мы можем иметь одинаковые зарплаты, но есть такие моменты, как съемные квартиры, премиальные. У меня премиальные стандартные. У игроков они могут отличаться, плюс лучшие игроки матча, они, если мы возьмем в комплексе, то у меня не самая большая зарплата. Питання мови. Як ти відносишся до того, що потрібно розмовляти усім зараз на українській мові? Нужно ли заставлять людей? Для мене це взагалі не питання, тому що я і тренування можу проводити українською, можу деякі проводити російською мовою. З тобою ми спілкуємося російською, тому що мені було зручно тобі відповідати так на питання, ти спілкуєшся зі мною російською. Для нас, я вважаю, взагалі не має бути питання мови питанням якогось розладу, тому що не мова на нас нападала, як на мене. І ми виховані в Україні, абсолютно з українським менталітетом, абсолютно зі своєю ідентичністю як українець. І мені часом важко пояснити за кордоном своїм друзям, партнерам, чому ми спілкуємося російською мовою. Але так склалося, ми можемо то змінити і сьогодні спілкуватися з тобою повністю весь ефір українською мовою. Взагалі просто. Я можу спілкуватися з тобою англійською мовою, я можу спілкуватися з тобою іспанською. Вона буде гірша, ніж англійською, і гірше, ніж українською і російською, але це можливо. От. І для мене це не є проблемою. Для мене питання мови – це чистої води політика, не більше, не менше. Тому що особливо, коли я чую такі речі, як
а чи ви зі мною спілкуєтесь російською мовою десь, то для мене це останній аргумент, коли у людини вже немає просто про що з тобою говорити. Спілкуюся зі мною українською мовою. Окей, я зараз перейду на українську мову. Далі як ми будемо вирішувати питання? Я вже перейшов на українську мову. І що виходить у цій ситуації? Людина тобі говорить, а чого ти зі мною спілкувався до цього російською? І ми йдемо від того питання, яке нам необхідно вирішити, розумієш? Тому можемо продовжувати далі українською, якщо тобі зручно. Можемо продовжувати, як продовжували весь випуск. Ну, для мене це не є питання. А те, що зобов'язують, окей, офіційна переписка, офіційна, офіційні заходи, ми можемо спілкуватися і не можемо, ми зобов'язані спілкуватися українською мовою. Окей, там прес-конференція, якісь офіційні заходи, без питань. Але в побутовому житті я не вважаю, що мені є необхідним підлаштовуватись під когось взагалі. Припустимо, ти спілкуєшся зі мною російською мовою, я не підлаштовуюсь під тебе, мені так зручніше. Якби я мав принципову позицію і прийшов до тебе і сказав, так, я буду давати інтерв'ю лише українською мовою, буду так спілкуватися, я б так сказав, для мене це не є принциповою. Ти обираєш для себе те, як ти спілкуєшся. У повсякденному житті я спілкуюся здебільшого російською мовою. Для мене спілкуватися українською, ти бачиш, не є проблемою. Але як би там не було, тут у голові ти в будь-якому випадку мислиш на тій мові, до якої ти звик. І це нормально. Якщо мені хтось сьогодні скаже, що 2 роки тому він говорив російською, і наразі він спілкується лише українською, окей, я повірю в те, що він спілкується українською. Але те, що в голові він переключив свій мозок, і він думає українською, ну навряд, що так то є. От навряд. Єдине, що може бути так, коли ти довгий час живеш в іншій країні, спілкуєшся на іншій мові, так, ти можеш заговорюватись. Якщо я буду рік, півтора-два жити в Іспанії, так, я буду десь вставляти іспанські слова, так само, якщо я буду жити в англомовній країні, я буду вставляти англомовні слова. Але я точно, якщо буду жити в англомовній країні і говорити англійською, я точно не буду вставляти українське або російське, тому що я вже переключаюся, я собі перекладаю в голові, як я маю говорити. Ну, для мене це очевидно. Лічна життя. Якщо у тебе дівчина, жена, сім'я? Все було. Поки один. Поки ти зараз сам. Поки один, так. Да. Рубрика. Надо ее назвать по-другому будет. Надо будет назвать рубрика для президентов клуба. Ну, ты больше представитель, наверное, ты как тренер-президент. Скорее это называется менеджерство. Да, то есть ты не игрок 100%. Поэтому тебе она будет актуальна. Очень вкратце. У нас с тобой очень много дальше вопросов. Давай. Хочу, чтобы мы все успели. Характеристики. Некоторые характеристики твоих игроков. Я называю, допустим, там, такая-то, такая-то, а ты говоришь, кто у тебя в команде соответствует okay. этому. Самая стильная. Настя Клепаченко. Кто отвечает у вас за музыку? Музыка. Молодежь. Кто имеет больше всех шансов, когда вот вы сидите командой, не заплатить за себя и уйти тихонько? Я плачу. Ты за всех всегда платишь? Не актуально. Кто любит больше всех отрываться, веселиться, там, дискотеки? Я думаю, Алена Коваленко. Кто дольше всех наводит красоту? Не контролирую. Самая юморная. Ой, там ряд игроков, там и Шира, и Алена Коваленко, там каждая может пошутить. Ну, самую не выберу. Есть ряд игроков, которые могут так пошутить, а есть такие, которые будут молчать, но потом, когда шутку, ну, там за полгода молчание выдает. Самое жесткое и характерное? Из всех игроков, с кем я работал? Которая сейчас есть. Которая сейчас есть. Жесткая и характерная.
Что значит жесткая? Ну, такая правильная, четкая, дисциплинированная. Наверное, Катя Беззубова. Самая женственная. Все. Самая сексуальная. Все. Как же он вас всех любит. Ничего плохого не сказал до этой секунды. Потому что дальше у нас будет очень веселая рубрика под названием «Вопросы от зрителей». Давай. Саша, давно не было, сука, вопросов. Очень давно. Я даже не помню, кто у нас был последний гость у меня. Кому было такое я количество. Последний. Нет. До тебя. Начнем. Давай начнем с такого. Мне когда передали этот вопрос, я специально не уточнил. Говорю, ну, типа, расскажи мне, что это за история. Но мне очень интересно, потому что у меня продолжение есть. Я не понимаю, шутка это или это действительно вопрос. Мы это подколку. Интересно. Действительно ли Саша соучредитель сети ресторанов Гага и как так получилось? Неправда абсолютно. Абсолютно неправда. А к чему этот вопрос мог быть? Мы долго общались в Торнике, который, да, он владелец нескольких из ресторанов там, но это Киев, это Одесса, это Польша, но никакого отношения к ресторанам Гага, кроме того, что там очень вкусно кормят. Это сеть ресторанов моих знакомых, которых зовут Гага, и моего друга, которого зовут Торнике, ну, с которым, в принципе, с Гагой он меня познакомил. Никаких вообще. Вообще. Но... У меня очень большая просьба к твоим друзьям. Можно мне скидочную карту? Это мой любимейший ресторан. У них нету скидок. Я знаю. Это любимейший. Просто каждую неделю вожу команду туда. Вчера были. Очень вкусно. Именно? Очень вкусно. Очень круто и вообще классно. В каком именно? А? В каком именно? На Вокзальной. Я не помню адрес. Там новое название улицы. Угу. Полтора года они там открыли. Ну, я во всех был, но я там самые. Как получилось из хулиганистого раздолбая превратиться в серьезного, успешного мужчину? Что на это повлияло? Мозги. Не всю жизнь быть раздолбаем. Хотя я распи***я редкий, конечно, но есть вещи, которые ты в какой-то момент переосмысливаешь, ты понимаешь, что из шортиков коротких нужно вылазить. Надеюсь, получилось. Если есть такой вопрос, значит, маленько получилось. Денис Бланк. Это приемный сын? Это перспективный футболист. Расскажи историю, я не знаю. Почему такая ассоциация? Был момент, когда было видно, что один из самых талантливых игроков в Украине, наряду с Ростиком Семенченко, они были из хорошей футзальной команды, школы, по-моему, из Ильичевска, да, они. По Бланку не знаю, Ростик так точно. По Бланку его, все его истории жизни точно не знаю. И хотелось ребятам помочь попробовать свои силы конкретно в Испании. У нас тогда была идея организовывать футбольное агентство. Ну, футбольное, футзальное, неважно. Вот. И он был, ну, если с женщинами там было все понятно, по мужчинам он должен был для нас стать одним из, ну, не одним из первых, первым украинским футзалистом, которому мы помогли выехать за пределы Украины. Ну, соответственно, был с ним разговор изначально, что ему нужно было учить язык, но это первое, самое основное, хотя бы английский. Ну, он сначала подумал, что это шутка, потом НБФ распадался, и так получилось, что говорю, ну давай, ты готов, не готов. Ну, я не знаю, там, мне о нем рассказали 1200 страшных историй, но я обычно не верю посторонним людям, даже на 10% не верю, да, там, людям, которые мне говорят о ком-то плохо, до тех пор, пока я не пообщаюсь с человеком, или как бы у меня не сложится о нем свое мнение. Вот, считаю, что он из Житомира, тут команда вроде бы как распадалась, ему негде было жить. Мы с ним договорились, что я с ним работаю, его готовлю как тренер по физподготовке, условно веду его, готовлю к сбору,
Дальше он едет в одну или в другую команду, ну, в ту или иную, скажем так, и мы пробуем, что у нас из этого получится. Вот. Ну, жил он у меня дома месяц, может, полтора. Ну, все то, о чем мне говорили, как бы подтвердилось, поэтому мы с ним попрощались. Была какая-то история-то? А? Одна история какая-то была? Не одна. Их было несколько с периодичностью в неделю, в две, в три. Ну, это его история личная, как человека, его качества, вот, о которых как бы не мне судить. У него есть родители, которые должны это определять, какой он и кто он. Но родители – это обычная история, он для них будет самым лучшим сыном. Но это нормально, самым лучшим человеком, они его везде всегда поддержат. Меня хватило на полтора месяца. Ну, я как бы, если я говорил до этого, что кто-то себя нашел на помойке, да, из арбитров, с которыми так общаются, я себя на помойке не находил. И есть вещи, которые я не приемлю. Я могу раз простить, два простить, дальше мы с ним попрощались. Хотя на тот момент у него уже были билеты в Тюмень, он должен был ехать тогда в команду, когда Тюмень была в как раз в Лигу чемпионов, они вышли. Да, там изначально вторая команда была, его там его уже и друг встречал в Москве, там как бы история была серьезная, но после одного момента, который мне не понравился, я был в нем не уверен, я понимал, что этот человек подведет, и мы эту историю прекратили. Он уехал. Я так понимаю, как-то с тобой общался, не так, да? Да не со мной, у него шансов было мало общаться грубо, просто поведение и взаимоотношения с людьми, с которыми, опять же, я его познакомил. И, как бы, я так не люблю, ты за человека договариваешься, ты в нем чем-то уверен. Но для меня всегда вопрос, я понимаю, что если я условно кого-то познакомил с тобой и ручаюсь за тебя, и этот человек ведет себя неправильно, то ответственность моя перед тобой есть, хотя я здесь ни при чем, здесь у вас уже есть свои взаимоотношения. Вот. Но я понимал, что здесь, на этом моменте, если он меня подвел в малом, значит, он подведет в большом. Ну, это в жизни так работает. Там, где подводит человек в маленьких каких-то делах, он точно подведет в большом каком-то деле. Это нормально. Какие сейчас отношения со Шпичкой? Общаемся редко, но отлично. Ну, настолько, насколько мы общаемся, отлично. И мы длительный период времени даже не здоровались, но первый раз мы пожали друг другу руки. Почему? После нашей совместной работы в МС, но там история была связана с рукопожатием, она была связана немного опосредственно, не отдаленно, близко, но она не была связана конкретно с работой совместной. Вот. Сейчас, ну, после там длительного периода, когда мы не здоровались, руки друг другу не жали, мы пожали руки, нашли какие-то точки соприкосновения после того, как мы в Нухте выиграли Кубок Украины. Подошел, пожали друг другу руки, и как-то оно наладилось, там не было каких-то извинений, типа прости, мы не общались тысячу лет. Нет, всем все было понятно, всем все было ясно, и сейчас нормально, в принципе, если встречаемся, о чем-то разговариваем, если есть какие-то вопросы, летом был вопрос, я ему написал, нормально списались, поговорили, какие-то предложения, что-то понравилось, что-то не понравилось, но идея была достаточно неплохая, не могу сказать, что она была совместной, для совместной работы, но соприкосновения в футзальной истории могли бы быть. Ну, ты не можешь рассказать эту историю, не хочешь. Ну, в этой истории задействован не один человек, но если бы мы были задействованы в ней вдвоем, я бы без проблем рассказал, потому что это моя история, поскольку там задействованы третьи лица, точно нет. Правда ли, что есть черный список игроков, которые никогда не будут играть в твоем клубе? Не до конца, скажем так, есть список игроков. Кстати, Настя Клепаченко была в нем, и я не один раз говорил о том, что этого человека в этой команде как бы не будет, но я для себя, наверное, понял, что
очень часто люди слышат или хотят слышать то, чего им нужно или чего им хочется. И появление Насти Клепаченко в нашей команде огромное количество раз услышало: вы же говорили, а ты же говорил, что ее не будет. Я для себя определил момент. Да, на самом деле у меня было такое желание не работать с ней. Но когда за нее попросил один человек, второй человек, это было в течение какого-то длительного периода времени, возможно, года, может быть, полутора. Вот. Я думаю, ну окей, мы можем о чем-то попробовать. И я определил для себя что? Что мы с ней работали давным-давно в МС. Дальше была история какая: кто-то что-то сказал мне, кто-то что-то сказал ей. И, ну, и на слухах строилась какая-то картинка взаимоотношений. Почему не попробовать сейчас, если она возвращается в Украину, ей нужен клуб, ну куда идти. Если это игрок хорошего уровня, который мне нужен, да, мне нужен игрок хорошего уровня, мы развиваем команду, и у нас есть общий интерес, общая цель, это объективно я говорю, у нас есть общая цель и у нее, и у меня развивать женский футзал в Украине, да, именно в Украине, потому что она также, побывав за границей, да, поиграв в Кувейте, она понимает, ну не просто так она сюда возвращалась, Кувейт не самая плохая страна для жизни. Вот, если у нее здесь есть свои проекты, почему нам не объединять усилия и не делать что-то хорошее? Вот, а про список игроков, он есть, но не так, чтобы он был черный список. Есть люди, с которыми мне в будущем не хотелось бы работать и пересекаться в клубе из-за того, что они уже здесь были, мы один раз попробовали, и мы попрощались. То есть список игроков не условно. Мы сейчас возьмем кого? Ну, любого игрока. Дубицкую. Дубицкая здесь была. Все. Ну и ты не хочешь, чтобы она больше... В клубе? Да. Нет. Из-за того, что она играла уже? Ну смотри, у меня это игрок очень хорошего уровня. Она может помочь, может помочь команде. У нас есть недопонимание друг друга в плане каких-либо видения игры, видения взаимоотношений игрок-тренер. И я точно не буду менять ее, но мне это не интересно. И я не думаю, что она согласится работать со мной, но у нее есть определенная, возможно, обида, если ты как раз это о том, что были ли игроки, которых я обманывал на деньги. Это история с премиальными с бонусами, возможно, она считает, что я обманул на деньги, если это вопрос туда или оттуда. Вот. Я считаю, что нет, я же говорю, я любое это решение могу объяснить, эту историю. Когда мне задавали, я ни разу уже отвечал на этот вопрос и по полкам раскладывал. Вот, поэтому на сегодняшний день, если мы говорим конкретно о Ире, то я не вижу ее в нашем клубе на сегодняшний день, пока я здесь главный тренер. Есть или были в команде любимчики? Всегда есть, были в любой команде, у любого тренера. Можешь назвать? Да нет. Да нет. Тогда или нет? В твоем стиле я буду. Тогда или нет? Да. Не могу назвать. Считаешь ли ты себя сильным тренером? Я тренер, которому еще есть куда расти. Очень много-много всего. Что думаешь про женскую сборную по футзалу, про состав, про игру? Мне... Некорректно оценивать состав, некорректно говорить о том, кто там должен быть, кого не должно быть, потому что я не тренер национальной сборной, и только он определяет состав. У него есть видение того, чего он хочет видеть на площадке, то, какую игру он ставит, и те игроки, которые должны выполнять те или иные функции. Вот. В плане игры, мне кажется, позавчера и вчера мы, всех тех, кто смотрели игры, все могут сами для себя оценить качество игры и состав, который был на сегодняшний день там. Вот. Единственное, что для меня непонятно, и не я один задаю этот вопрос, мне задают вопрос, я могу его просто сейчас транслировать.
нет ли сейчас в национальной сборной конфликта интересов, когда главный тренер команды национальной является главным тренером национальной студенческой сборной. У нас сейчас официальный вызов на эти соревнования был каковым? Это матчи для подготовки национальной сборной к отбору на чемпионат мира 2025 года, который будет происходить неизвестно где, потому что город еще не определен. Но, тем не менее, это первый чемпионат мира официальный женский. Вот. И тут главный тренер, не давеча, чем вчера или позавчера, дает интервью телеканалу АФО официальному, там у них рубрика называется «Среда неизбирная», и он говорит, что собрали состав, тот, который есть на сегодняшний день, для подготовки к матчам студенческого чемпионата мира, который состоится в Китае, ну, он не говорит об этом, я тебе просто говорю, который состоится в Китае, там, по-моему, с 10 или с 11 по 17 июня 2024 года. Так давайте мы определимся, куда мы собираем эту сборную. Если мы готовим студенческую сборную, тогда у меня другой вопрос. Почему это все происходит на базе национальной сборной Украины, которая, по идее, если мы уберем все нюансы о том, кто финансировал этот сбор, выезд из Италии и так далее, что-то итальянцы принимали, не принимали, я не в курсе этой всей истории. Мы берем то, что мы можем условно взять в сухом остатке. Да? Национальная сборная финансируется от УАФ и Ассоциации футзала Украины. Ну, насколько я понимаю, я могу ошибаться. Студенческая сборная, по идее, это Министерство образования и спорта. Почему мы на сегодняшний день тратим деньги Ассоциации футзала Украины, я могу ошибаться, опять же, для того, чтобы подготовить национальную студенческую сборную. Где здесь вот эта связь? Возможно, оно связано, и я об этом не знаю. Возможно, это так. Но получается, мы должны говорить или о том, что мы омолаживаем состав и смотрим игроков на будущее уже, да, тех, кто будут играть в отборе, тех, кто будут дальше, скорее всего, принимать участие в чемпионате мира и так далее, и так далее. Или мы подбираем игроков по возрасту до 25 лет, которые могут поехать и сыграть на чемпионат Европы, на чемпионат мира в Китае. Ну тогда давайте мы под эти матчи соберем всех игроков, которые есть до 25 лет, и не будем вызывать опытных игроков. Да, и мы посмотрим, чего мы стоим на сегодняшний день. Ну, для меня это так. Я могу ошибаться. Так же, как и, в принципе, вопрос о тот, который прозвучал в этой же рубрике, в «Среда неизбирная», да, сравнение ребят Ю-15, там, академии, которые там, тренером которой является Олег Николаевич, да, и женской сборной. В чем отличие? Ну, я немного не понял ответа. Почему нет отличия в работе с этими людьми? Там есть пацаны, которым до 15 лет. И почему мы их называем профессионалами? Он говорит нам, всегда приятно работать с профессионалами. Какие профессионалы до 15 лет? Люди еще в жизни своей не определились. А женская национальная сборная – это люди с задачами, это люди, которые уже имеют колоссальный опыт. Там, если мы возьмем ту же Юлю Фарсюк, Титову, которая в той же сборной, пусть сейчас ассистент-тренер, вот она чуть-чуть совсем недавно играла, Снежана Воловенко, так пацаны Ю-15, они еще не родились в то время, когда эти люди уже играли в высшей лиге. Ну, как эти, тут нельзя сравнивать, у людей разные задачи, разные отношения, и, ну, для меня это вещи, которые нельзя сравнить. Если мы сравниваем, как там был вопрос, работа с мужчинами и женщинами, ну, наверное, это должен быть ответ немного другим. Но, опять же, я не могу претендовать на то, что я прав или нет в этом ответе. Но для меня просто отношение очень сильно колывается. Да? Студенческий спорт – это одна история, национальная сборная – это колоссальная ответственность, это то, что мы видим все. И Академия Ю-15 – это абсолютно то, что я понимаю, для чего сделано, для того, чтобы из этих пацанов вырастить дальше национальную сборную по футзалу. Но где гарантии, что у пацанов 15 лет, мы сейчас вкладываем в них деньги, ну, мы, имеется в виду ассоциация, да, мы вкладываем в них деньги, завтра у кого-то
поменяются планы, это 15 лет. Кому-то родители скажут куда-то поступать. Мы сейчас живем в состоянии войны, мы не знаем, сколько мы будем еще находиться в этом состоянии. Сколько мы жить будем еще. Сколько мы будем находиться в том состоянии. Да, слава богу, да, они там находятся в Ужгороде. Но им сегодня 15, завтра пусть это будет 16-17. Где гарантия, что в 17 лет через границу 4 шага не сделает, не ступит и поедет он абсолютно в другую страну играть. И может быть, в своем возрасте он примет решение принять другое гражданство. Хотя, для, конечно же, для сборной было бы здорово, чтобы те пацаны, которых воспитали, даже переезжая в другие страны, хотелось бы, чтобы они переезжали в чемпионат в своих 17 лет сильнее, чем украинская экстралига. А есть ли у него вариант переехать в чемпионат более сильный в 17 лет, чем украинская экстралига? Может быть, он просто поедет за границу. То есть очень много вот таких вот нюансов, на которые тоже можно обращать внимание, хотя это ответы не по теме, но это то, что иногда цепляет, да, когда у нас украинский женский футзал, получается, идет по какому-то остаточному принципу. Вот они, девочки, дают результат, вот они дают, мы пока на них обращаем внимание, слава богу, дают. Но завтра уже не будут они давать, некому будет просто, просто физически некому. Будем объективными, сегодня наша команда прекращает существование, это может быть, это реально абсолютная история. Причем она не зависит от финансирования, не зависит от моего желания или от желания девочек. У меня есть желание, у команды есть желание, у человека, который нас финансирует, есть желание работать, развиваться и так далее, и так далее. Но ради чего? Ради 12 игр в сезоне у нас была идея о том, чтобы перевозить команду, и не шуточная идея, в любую другую страну. Там. Начинать в Испании со второго дивизиона куда-то двигаться. И мы о Венгрии говорили, и о Польше. Но это не просто разговоры были, это были конкретные уже действия в плане того, что как это работает на уровне местных ассоциаций. Вот. Но смысл этим заниматься, если мы, перевозя команду куда-либо в другую страну, мы начинаем с самого низу, да, нам нужно 2-3 года для того, чтобы подняться вверх. Если мы берем сильный чемпионат, такой как Испания, то окей, за 2-3 года мы долезем до премьеры. Сколько лет нам нужно для того, чтобы подняться и конкурировать за там, первое-второе место? 10, 5, 7, это долго. И даже при появлении того, чего мы ждем, Лиги чемпионов, мы мимо кассы там. Это интересно. Ради этого мы работаем, для того, чтобы бороться за какие-то европейские титулы. Это реалии, которые есть. Вот. Поэтому мы приняли решение оставаться здесь и максимально, сколько у нас будет сил, возможностей, развивать игроков, давать им школу, давать им базу. Наверное, место работы в Украине, чтобы игроки хотели сюда возвращаться, конкретно к нам в клуб, и не убить то, что было. Можно сказать, что вы можете побыть там, да, где-то за границей условно, потом, когда появится чемпионат, Лига чемпионов, вернуться в Украину и снова все начинать заново. Но я думаю, что, во-первых, может возвращаться будет некуда. Не каждый такой, как университет Драгоманова, будет ждать, пока команда где-то наиграется за границей и потом вернется прямо в эту же базу, потому что мы имеем колоссальную базу. Такой базы, о ней можно только мечтать на самом деле, потому что у нас есть игровой зал, у нас есть второй игровой зал, у нас есть бассейн, у нас есть тренажерный зал. И это все для студентов, это все неоплачиваемая история. Мы имеем колоссальную, офигенную базу. Но этого терять никто тоже не хочет. Но и вкладывать колоссальные деньги, как для украинского женского футзала, на сегодняшний день. Мы не берем довоенное и доковидное время, но как на сегодняшний день, это колоссальные деньги. В то, чтобы содержать команду 7 месяцев, а 5 в лучшем случае они играют, а за этих 5 месяцев сыграли 12 игр. Хочешь что-то посмеяться? В 2023 году забыли провести Кубок Украины. Просто Кубка Украины не было. Сейчас там был турнир, хотели собрать обладателей Кубка своих стран.
Говорит, а кто у вас Кубок Украины выиграл? Вы? Я говорю, так его не было просто в 2023 году. Говорит, да, ну, понятно, в принципе. Вот просто забыли провести соревнования. Ну, про Суперкубок я молчу, это не соревнование, но его, даже его провести нельзя. Среди кого? Среди обладателей чего? Друзі, всім привіт! Вітаю вас! Також вітаю любителів та шанувальників футзалу, футзалу Києва та футзалу України. Підписуйтесь на YouTube-канал «Сисоївщина». Там вже новий формат, та я думаю, що багато цікавого ви зможете побачити надалі. Підписуйтесь! Слава Україні! Настя Клепаченко на сьогоднішній день лідер команди. Почему ее не вызывает сборную, по твоему мнению? Вопрос главному тренеру. Вот мое мнение, вопрос главному тренеру национальной сборной. Ни больше, ни меньше. Нужно ли жестко с девочками повышать голос или же спокойно и быть уравновешенным? По-разному. В зависимости от девочки, в зависимости от ситуации, которая есть, повторяется эта ситуация или нет, это первая ситуация или вторая. Это все ситуативно. Повышаю ли я голос? Да. К этому же. Позволяешь ли ты себе оскорблять, унижать девочек в тренировочном или игровом процессе? Точно нет, но у каждого есть своя планка, где ее унижают или повышают. Точно нету того, что личных оскорблений. Я могу сказать, блин, ну почему вы такие тупые? Вот я могу сказать. Если для кого-то это оскорбление и унижение, окей, значит, я оскорбляю и унижаю. Но сказать, что... Ну я могу сказать, почему молодые такие тупые? Это что значит, что я унижаю... по молодежи, тех, кто постарше, не так. Но если люди делают изо дня в день одни и те же ошибки в одном и том же упражнении, да, я могу сказать так. Ну, есть там уйма еще каких-то бытовых моментов, да, они имеют место быть. Если это считать унижением, да, окей, я унижаю. В каких отношениях сейчас Юлия Форсюк? Как переживал ее уход? Это обычно нормальные отношения. На сегодняшний день, ну, телефон, вот сегодня общались, потому что вчера получила повреждение, но я переживаю. Для меня это близкий человек, и никто никогда этого не скрывал. Как переживал уход, ну вот в команде, вот сейчас один, нормально, пережил. Эпизод Сани Сидоренко. Когда она ударила его во время игры по лицу. Что там произошло? Для меня очевидно, то, что у меня не было никакого желания, и это, если смотреть видео, там это все видно, ей делать подножку или еще чего-то, проходя мимо, ну, там, опять же, конструкция стояла для зрителей, вот, я ее обходил, и я, видно, что я ее обхожу, эту конструкцию, она в этот момент замахнулась, ударила мне по ноге, ударилась о мою ногу, я не знаю, как правильно это сказать, и посчитала, что я ей делал подножку. Все. Точка. Ни больше, ни меньше. Такой ее была реакция. То, что потом у нас было на КДК, рассказывали. Сначала была история, что я, проходя мимо, сказал ей, сука, получай. Блин. Там потом была история, она же уходила, она хромала. С площадки, в том моменте она уходила, с площадки хромала, как будто ее по ногам картечью стреляли. Потом сразу перестали хромать, начали рассказывать версию о том, что я сказал, сука, получай. И она на это отреагировала. У нас на КДК было все открыто, там вот так вот увеличивали на весь экран и мой рот, и меня, и ногу, и все пришли к мнению, что это была случайность, не более, и дальше агрессия игрока. Я по сей день не могу
понять, за что мне арбитр дал красную карточку, за что меня удалили. Ну, вот это реалия, вот по сей день, я не знаю, за что удалили меня, причем меня удалили раньше, чем ее. Ну, я же говорю, там, если смотреть видео, я его много раз в свое время пересмотрел, там нет никакой опасности, у нас 4 защитника, все остальные игроки и МС на другой половине поля. Все. Ну, там предпосылок, ну, что мне, зачем мне делать подножку. Я понимаю, если бы был быстрый ввод мяча, аут или опасный момент, нет ничего. До этого был момент, Юля, по-моему, выбила мяч, да, почему я оказался за щитом, потому что, ну, это была эмоция, я радовался, тогда был, я не был главным тренером, а был ассистентом у Кости, я радовался, просто возвращался обратно на свое место. Все. Ну, то есть, абсолютная случайность, которую человек воспринял как специальное действие с моей стороны. Точка. Если команда выиграет чемпионат Украины и поедет на Лигу чемпионов, будет ли Саша ставить ставку на своего действующего вратаря или пригласит кого-то еще? На сегодняшний день она самая сильная в Украине. Из тех, кто играет в чемпионате Украины, на сегодняшний день Ира самая сильная. У нас сейчас есть второй вратарь, который с нами тренируется. Это девочка, которая была полевым игроком. Сейчас она переходит из одного амплуа в другое. Ей сложно, но да, нам нужен вратарь. Это открыто, и мне нужна конкуренция на вратарской позиции. В такой же конкуренции мы получили сильную Вику Сагайдачную в период ее МС, когда мы приглашали Камилу из Бразилии. Камила уехала, Вика осталась сильным вратарем, которая выросла в период того, как была Камила, потому что ей нужно было выигрывать конкуренцию. Мы в поисках вратаря, это не секрет. Жена ушла к другой жене. Реальность или слухи? Жена? Ну, во-первых, мы с Юлей не были расписаны. Она могла бы уйти к другой жене, если бы у меня была другая жена. Это чьи слухи и чья реальность. Поэтому от меня жена не уходила, тем более к другой жене. Последний есть вопрос, но я его оставлю на конец нашего интервью, потому что он такой красивый. Пенальти. Будем в ускоренном процессе. Это 3 вопроса ты мне, 3 я тебе. Я тебе буду очень быстро 2 словами, а ты уже как обычно. Я как обычно? Я красавчик. Я молодец. Я же тебе говорил, что у тебя времени со мной будет мало. Давай, начнем с себя. С меня? Да. Хорошо. Сколько голов в своей карьере забил вратарь сборной Колумбии Игита? И чем еще, кроме этого, известен? Варианты ответов тебе даю. Давай. 14, 24, 44. Браво. А чем известен? Чем отличается, я не знаю. Чем известен? Не знаю. Удар Скорпионова отбивал. Это все вы, ребята. Если бы не вы, парни-футзалисты, я бы этого даже не знал половину этого. Мой. Ну, давай такое. Ты сегодня подтвердил, я это знал, слышал, рассказывали. Ты это подтвердил о том, что большинство девочек у них, вот как и у многих, в принципе, и футзалистов, парней, футбол, 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 тренировки, футбол. Что после окончания их карьеры, что им делать? Потому что многие не имеют профессии, многие нигде не учились. Для этого мы сейчас работаем. И вот Настин проект Клипаченко, опять же, чемпион своей, это одна из возможностей для игроков понять, что жизнь не заканчивается на футболе, да? Что после футбола также существуют какие-то профессии или виды деятельности, там, где они могут заниматься. Вот,
Было бы неплохо, если бы у каждой из них была семья, там, где они могут реализовать все свои передать свою женскую любовь мужьям, детям и так далее. Это было бы тоже здорово. Вот Даша Ракицкая сейчас также занимается, у нее свой проект, он более профессиональный, там, где помогают профессиональным футболистам понять, что жизнь после футбола также существует, и об этом нужно думать уже во время карьеры. То есть, насколько я понимаю, знаю, это и инвестирование каких-то своих доходов, то есть реализация, учеба, языки. Но я не знаю, как у большинства, наверное, из тех, с кем приходилось работать мне ранее или с кем я работаю сейчас, я вижу, что это те люди, те игроки, которые по окончании своей карьеры могут быть полезными в развитии украинского женского футзала. И не только, и не в плане только тренеров, но и функционеров. У нас есть огромное количество толковых девчонок, на самом деле, которые живут этим видом спорта. Если мы говорим сегодня о той ситуации, которая есть у нас в стране с женским футзалом. Поэтому они могут себя реализовать где угодно. Я работаю с очень талантливыми и умными людьми. Все, с кем мы работаем сейчас, или те, кто в определенный период времени находились в нашей команде, здесь не было случайных людей. Каждый внес свою лепту в историю этого клуба. Если мы говорим про даже то, о чем мы говорили про Иру Дубицкую, она тоже внесла свой вклад в достижение, и мы вместе с ней выиграли Суперкубок Украины. Там ее вклад был также важным. Там, то есть какие-то разногласия, вопросов нет. Но это хороший, талантливый игрок, который сейчас себя реализует параллельно в тейкболе, да, и там у нее хорошие успехи. Почему нет? То есть она нашла себя в спорте. Это плюс. Когда люди себя находят в спорте, это плюс, потому что они здесь, как рыба в воде. Но для того, чтобы найти себя в спорте, и в спорте в этом нужно быть не просто статистам, а нужно участвовать, нужно быть профессионалом. Твой второй. Какой тренер, о ком и когда сказал, что это Месси в воротах? Он сказал о своем игроке своего клуба, это вратарь, сказал, это Месси в воротах. Варианты ответов. Варианты ответов. Это Дель Боске. Это Анчелотти и это Симеоне. А какой тренер сказал? Какой тренер сказал о своем игроке? И о ком он это сказал? Это Анчелотти, это Дель Боске или это Симеоне? Могу четвертый дать еще. Инзаги. Анчелотти. Да, это Симеоне о облаке. А что он такого там прям исполнял? Какая разница, он сказал так о своем игроке. Молодец, тренер, молодец. Ну да, хотя большой, видишь, большой — это моя тема. Ну, Инзаги можно было сразу исключить, потому что его не было, да, в первых трех. Да, да. Ну, давай пикантный. Как много у тебя было романов с девочками? Не так много, как кто-то думает. Что значит роман? Давай определим определение романа. Это 4 раза встретились, 1 раз или 3 месяца? А для тебя это сколько? Вот роман сколько это раз? 1 раз? 3 или месяц? Мы про секс или про встречу? Про все. Если говорить тогда про роман, тогда были романы и без секса, если мы об этом говорим. А как это? Не было его еще. Просто встреча на кофе? Конечно. Но это же не роман, это встреча просто. Все, ну окей, тогда это для вас встреча. Для меня в том возрасте это был роман. В том это в каком? 15-16 лет. Нет, ну мы же говорим за серьезные уже, какие-то более такие, ну постарше. Ну что ты 15? Так у меня тогда тоже были барышни постарше, там не было 16. Я, может, тогда просто не понимал, что от меня хотели. Лолита только мужчина. А если постарше? А если будет стар?
Будстар, роман. У меня с Будстаром роман. Уже 5-й год длится. А если не с командой, а с девочками были? Там, где... Молодые. Там, где работают, там не... Это правильно. Правильно. Вот, и там, но... где не работают. Да, но в жизни часто по-другому выходит. Нет. У тебя нет? Нет. А до этого? ИМС? Нет, мы везде с Юлей были. Ну, только Юля и все. Ну, в Бельчанке вот официально жена первая, Алена Лукьяненко. Но это было до этого. Мой приход был связан с Бельчанку, с тем, что у нас с ней были отношения. После этого нет, у меня ничего такого, даже близко не было. Это вопрос? С молодыми, ну куда? Ну, слушай, разное есть. А мне больше дадут, чем они весят все вместе. Твой треть. Треть. Это, честно, вот сегодня с утра ехал и обратил внимание. Ты же тоже по городу перемещаешься, да? Вот. У меня вопрос к тебе. Ты обратил внимание, что да, водители автобусов и маршруток, маршрутных такси, обычных, это в основном мужчины. Uh-huh. Почему водители трамваев и троллейбусов, это в большинстве своем женщины? А есть какой-то правильный ответ? Я читал где-то, но у меня память кажется. Что, кто-то такой вопрос кому-то задавал? Нет, я читал какую-то статью. Прям статья называлась, почему трамваи водят женщин, ну большинство. Троллейбусы и трамваи. Вот ты мне сегодня задал, вот, я думаю, мне нужно три вопроса. Три вопроса нужно дать. Ну, ты сказал, какой-то должен быть не футбольный. Ну вот не футбольный, думаю. Ну вот почему так складывается? Это я понимаю, что вот просто у меня ехал автобус и троллейбус, и я понимаю, какая разница. Ну, это сидит там девчонка молодая за рулем, то вот, баранку в троллейбусе крутит, думаю, блин, ну вот какая разница, вот она в автобусе едет и едет в троллейбусе. В чем суть? Почему мужчины не садятся за баранку троллейбусами? Что не так с этим видом транспорта? Ладно, я могу понять трамвай, да, там просто нудно, и мужчина не выдерживает этой нудотины по кругу, блин. Это окей, там рулить не надо, ничего не нужно, ты просто делаешь монотонные действия. Но опять же, машинисты в метро почему-то не женщины, хотя такая же монотонная работа. Это мой вопрос, кстати, тебе был. Так почему? Не знаю почему. Может, нам кто-то ответит, может, кто-то знает. Очень интересно. Я помню, точно статью читал. Есть ответ. Ответ есть. Напишите, слушайте, действительно интересно. Девочки, один вопрос, извините, без ответа. Да, извините, я знаю, что вы меня сейчас еще больше возненавидите, но тем не менее. У меня в гостях было Настя Клипаченко, Алина Горобец, Мирослав Ипосняк недавно. Я им задавал всем этот вопрос. Хочу задать его также тебе, так как ты внутри этого всего, и ты мужчина. Твое мнение... наблюдая как бы многое. Вот сугубо твое мнение. Почему в женских футзальных командах так развито, когда девочка имеет отношение с девочкой? Все просто. С маленького возраста не находится в одном коллективе. Чаще всего это сбор, это коллектив женский. Я тебе скажу больше. Большинство из тех, кто имеет отношение девочки с девочками, не очень сложно общаются с парнями. Ну, это там гав-гав-гав называют. Ну, я это называю гав-гав-гав, когда человек просто, ну, просто не имеет понятия, как общаться, и постоянно защитная реакция какая-то. Для меня это очевидно так, что просто тот круг общения, который есть, он ограничен, скажем, женским коллективом. Вот. Еще хуже, когда тренера эту всю историю приветствуют, почему это бытовало в какой-то период времени мнение, что нужно, чтобы в команде были все девочки с девочками, для того, чтобы они не рожали и типа, дольше продлевали себе карьеру. Да? Были такие тренера, и мне эту историю рассказывали, что так должно быть. Вот отношения лесбийские, они должны быть абсолютно спокойно для того, чтобы продлить карьеру игрокам, чтобы они не уходили в декрет, чтобы они конкретно играли. Ну, это идиотство. Есть
Есть другие объяснения, может быть, для меня. Они более между собой какие-то более нежные, более внимательные друг к другу, скажем так. Кому-то чего-то не хватает. Мы должны понимать, что, опять же, в футболе, в том числе и в футзале, будем называть все общим словом футбол, футбол, игровые виды спорта, это же касается не только футзала или футбола, хотя мы о нем сейчас говорим, во всех игровых видах спорта, во всех коллективных видах спорта, которые имеют место быть, там, условно, возьмем какую-то, любую команду по гребле, по биатлону, там, где есть какое-то скопление, это вся история присутствует, и она имеет место быть. Ну, почему нет? Ну, а почему нет, если у людей есть какие-то желания? Но в большей степени я чуть о другом хотел сказать, о том, что почему нет, когда мы должны понимать, вот этот обрежешь сначала, а потом будет нормально. Что я хотел сказать? Большинство из девчонок, которые занимаются футболом, в основном, да, мы возьмем футбол, там, где не нужно ничего сверхъестественного из инвентаря, из чего-то, семьи не настолько благополучны. Они не получали в своем возрасте той необходимого тепла, ласки, возможно, каких-либо материальных, да, там, благ. У кого-то было все, кто-то ходил условно в одном и том же в классе, в школе, у кого-то были платья, там классный пенал, яркий рюкзак, у нее этого не было. Она пришла в футбол в своих там 10-12, во сколько, ну, это же женский футбол, ну, давай говорить о футболе, да, это не то, что ребенка привели как пацана в 6-7-8 лет, и он там, то есть это не приходит 10-11-12, кто-то 14, кто-то позже. Выстрелила. В своих 15 лет она начала зарабатывать какие-то первые деньги. В 15 лет в неблагополучной семье человек начинает зарабатывать деньги, то и в 14. Может быть, кому-то раньше, знаешь, когда тренера не воспитывают игроков, пригласили, родителям дали каких-то 15 копеек, и ребенок как-то зарабатывает деньги, начинает это чувствовать. Да, а родители начинают эксплуатировать. Есть яркие примеры, просто не хочу говорить о фамилиях. Есть яркие примеры, когда отцы реально эксплуатируют своих дочерей ради того, чтобы она добилась какого-то успеха в футболе, в частности. Вот. И потом она зарабатывала какие-то деньги. Когда родители хотят подороже пристроить свою дочь, которая, скажем так, успешнее, чем ее отец, футболист. Ну, я таких примеров знаю минимум 3. У кого-то получилось, там есть девчонка, которая после этого играла и в Испании, и в сборных Украины по футболу, по пляжному, в сборных не Украины, вру, в сборных. В сборной Украины ни разу не играла. Но она играла и в пляжный за сборную своей страны, и в футзал, и в футбол, и везде на хорошем уровне, просто на хорошем. И уехала играть в Испанию, но там чисто отцовская история была. Он ее с таких вот так жестко воспитывал, он ее довел до того уровня, который хотел. Ну, получил ли она от этого удовольствие, и получил ли он от этого, чего он хотел, я не знаю. То есть при наличии всех вот этих факторов, то ли семья, то ли отсутствие семьи, то ли огромное количество сирот, мы можем брать даже украинский футзал, огромное количество сирот или девчонок из неполных семей, там, где, ну, которым просто не хватало какого-то тепла, внимания, вот они находят его между собой. Ну, для меня это очевидное объяснение. Вот. Но и поверь мне, это тоже история не навсегда. То есть это, я знаю огромное количество примеров, там, где вот люди идут по жизни с девочками, у них отношения всегда, дальше находят себе парней, мужей, семьи, дети и живут обычной жизнью. Ну, это какой-то период жизни у людей, которые, ну, для меня это очевидная история, потому что я с ней живу, для меня я спокойно могу об этом говорить. Мы столкнулись с этим впервые, наверное, мы говорим, потому что мы тогда были вместе с Юлей, она первый раз приехала в Испанию, в Бурелу, в клуб, там, где было много. Для Испании это вообще обычная история. И там, ну, прямо
как бы говорили, что ты на них там особо не смотри, здесь это нормально, ты не должна на это реагировать, но здесь это так есть. То есть, ну, прими это как обыденность. И, ну, я не вижу для себя на сегодняшний день, я не вижу в этом ничего плохого, и я не могу сказать, что это нормально. Но если люди так живут на тот период времени, закрывать их, запрещать им какую-то историю, ну, это не совсем правильно. Но то, что это нормально, я тоже не могу сказать. Но то, что мы в этом живем, окей. Приветствую это или нет? Нет. Ну, нет. Не приветствую. По традиции конкурс. Сегодня у нас приз вот такая футболка, предыгровая, с подписью специально победителю от Ирины Бевзанюк. Вот видите, номер 23, все написано победителю конкурса канала Сосовщина. Эту футболку получит тот или та, кто ответит правильно на такой вопрос. Я сегодня в заключительной части нашего большого интервью с Александром задал ему вопрос, очень простой, на который он мне не ответил. А вопрос звучал: какая у тебя мечта? На что он сказал: личная. Так вот, вопрос давайте сделаем такой. Какая у Саши мечта? Победителем станет ответ, в котором вы напишете неправильный ответ. Правильный мы с вами не можем знать, раз это его личная мечта. А самый прикольный, нестандартный, оригинальный, смешной, умный, серьезный, неважно какой, ваш ответ. Мы с Сашей вместе выберем этот ответ, и он станет победным. И этот либо парень, либо девушка, неважно, кто выиграет, получит вот эту футболку. Последний вопрос. Какая у тебя мечта? Тайная. Каким ты видишь Бустарт в ближайшие 3-4-5 лет? Процветающим клубом, на который будут равняться, успешным, и в котором будут играть лучшие игроки Украины, надеюсь, и самые сильные. Надеюсь, это будет большинство из тех, кто играет сейчас, потому что кто-то закончит карьеру, но кто-то однозначно будут появляться новые игроки, и если они будут появляться, они должны быть сильнее, чем те, которые есть на сегодняшний день. Ну, на самом деле мы сейчас на пути к этому. Дай Бог, чтобы ассоциация футзала нам помогала или как минимум не мешала нам развивать украинский женский футзал. Ну, я не шучу здесь, потому что есть очевидные вещи. Если ты сейчас зайдешь на сайт ассоциации футзала официальный, ты посмотришь таблицу чемпионата Украины. Потом ты зайдешь в Телеграм и посмотришь на таблицу чемпионата Украины там. Это две абсолютно разные таблицы. С разным количеством очков, с разным количеством сыгранных матчей. Ну, с разным количеством мячей, ну, соответственно. И я не понимаю, мы не играем игры, а нам тут было здесь 7 матчей, у нас стало 8 матчей, больше прибавилось очков, так мы ничего не играли. Ну, там не до конца понятно, на каком мы сейчас месте. Поэтому вот нас менеджер клуба звонил руководству комитета женского футзала, задавал вопросы, на что он получил ответ, что у нас таблица правильная, вы там на первом месте. Туда не обращайте внимания, мы туда присылаем, они типа не могут разобраться. Окей, вы присылаете сами себе. Ну что значит не могут разобраться? Если я руководитель, отвечаю за что-то. Я отправил, условно, я руководитель, ты отвечаешь у нас за сайт, его ведешь. Я тебе отправляю таблицу, там где все четко у меня написано. Я захожу, там бред полный. И говорю, слушай, ну, а что у нас не так? Ты говоришь, я там замахан, и у меня нет времени. Там, сделаю на завтра. Я смотрю завтра, не то, не работает. Я смотрю послезавтра, не работает. Я захожу в Инстаграм, потому что тур идет публикация. Я смотрю, здесь у меня уже месяц ничего не поменяно, а здесь у меня что-то добавилось. Ну, можно хотя бы, чтобы они соответствовали на ваших официальных страницах. Давай, почему у нас нету таких проблем в мужском футзале? Давай мы Урагану не досчитаем 8 очков, там
4 игры или хиту не досчитаем. Ну, взорвется ж футзал весь. Вот это мне непонятно. Мне непонятно, почему национальная женская сборная становится вице-чемпионами Европы, но их особо, да, они получили премиальные. Их особо никто не поздравляет. Окей, они сейчас в разных странах находятся. Да, там их сложнее чуть собрать. Но это реально собрать их в период весь этих летних каникул, когда все отдыхают в Украине, и как-то их поощрить. Мы, может, национальную мужскую сборную за 4-е место на Европе вручаем мастеров спорта международного класса, заслуженных тренеров, так далее, так далее, так далее. В Эмили, во Львове. Ну, это, делаем на этом шоу, делаем целый выпуск об этом. Это 4-е место на Европе. Чем 4-е место на Европе более важно и ценно для ассоциации футзала или для украинского футзала, чем вице-чемпионство Европы? Потому что оно мужское, ну, окей, давай пойдем дальше. Мужчин чуть больше выбора, чем женщин. Здесь у вас этих девочек, их 15-16 человек. Оберегайте, делайте так, чтобы они рвались в эту сборную. Ну, чтобы они понимали, что за них отвечают, чтобы они свои эти копейки, которые получают за победы, они не выпрашивали, они получают. Опять-таки, я знаю то, о чем мне доносят игроки, которые приезжают из сборной, независимо, они из Будстара, они из Будстара или бывшие игроки Будстара, которые говорят мне отношение к ним. Они могут врать, может быть. Но я говорю то, чего я знаю. Может быть, им там насыпают из ковша и едят они там золотыми ложками. Приходят и здесь жалуются, что они бедные, несчастные. Может быть. Может быть, они ничего не выпрашивают, они не успели приехать к себе в клуб, а им уже там на карточку капнула премия. Может быть и так. Но я говорю то, о чем я слышу не из первых уст. Что, что есть вещи, которые очевидно и объективно, и девочки-то видят, что происходит в остальных сборных, да, даже которые по статусу ниже, чем наша. Ну, давай будем объективными, у нас сборная ездит и эти матчи. Мы ездим с массажистом, мы ездим без доктора. Мы ездим без доктора. Я не ручаюсь за мужскую национальную сборную, я не сильно смотрел на лавку последние матчи, да, раньше был Денис Щербина, доктор, Серый Трубачев, массажист. Ну, все очевидно, все понимают, кто выполняет какие функции. Человек с образованием с одним, человек с образованием с другим. Сейчас с национальной сборной женской ездит один массажист. Не дай бог, какая история серьезная. На кого, что происходит. Окей, в матчах есть скорая медицинская помощь, неотложка какая-то есть. Но есть же еще тренировочный процесс. Не дай бог в тренировочном процессе что-то. Если человек без образования, что он будет делать? Ну, кончится там где-то человек, не дай бог, какая-то эпилепсия. Ну, все, что хочешь, может произойти. Сложный перелом. Вот как у нас у Алены Кирильчук, вот сейчас в игре было. Да, у нее сложный перелом. Там, я видео смотрю, я понимаю, что там нога пополам сломалась. Там приходит обычная медсестра, окей, это медработник. Она говорит, берите и выносите. Куда выносите, у нее нога пополам сломана. Ну, типа вот так ногу придержите, все. Не может быть такого. Ну, я понимаю, что в любом другом случае, ну, взяли бы и понесли. Может быть, что-то бы сместили дальше. Так она хотя бы была обездвижена до приезда скорой. Хорошо, там у них в клубе тоже начал работать какой-то парамедик. Он пришел, говорит, нет, мы ее никуда трогать не будем. И я ему говорю, сколько будет ехать скорая? Час 20 и арбитром. Будем столько сидеть здесь. Ну, это все не организовано. Нас, нашего клуба, это также касается. У нас дежурит на игре, ну, понятное дело, дежурная медсестра спорткомплекса. Но при любой сложной ситуации она не поможет, она не спасет. То есть должны быть какие-то адекватные требования и к мужским, и к женским клубам. Я понимаю, что это все упирается в финансы. Но необходимый минимум требований он должен быть. Я не говорю о скорых, пожарных на матчах и так далее, хотя это тоже имеет место быть. Вот, допустим, в этом году в той же Испании все женские команды обязали, что должны дежурить бригады парамедиков, они должны там быть.
Ну, просто никаких случаев больших не происходило или сложных. Так же, как вот, та же Лена Цикаленко сломала ногу в матче с Украиной и Италия в Броварах, когда Галю в обратную сторону вывернулся. Там был Денис Щербина, был доктор, который принимал решение на площадке, что с ней делать, вправлять ее, не вправлять, выносить, не выносить. Он, это его зона ответственности, но этот человек с образованием, который вправлял, значит, он несет дальше ответственность за эту всю историю. Сказал бы не вправлять, ждал бы скорую, ждал бы скорую. Но он имеет полномочия для того, чтобы принимать такие решения. Ну, а сейчас мы можем смотреть матч Португалия-Украина товарищеские. По-моему, Алёня Кирильчук как раз мяч попал в солнечное сплетение и очень сбило дыхание. Очень сбило дыхание. А не, там команда ждет, что выйдет доктор, а доктора нет. Ну, есть Лена Цикаленко, которая массажист, да, которая поехала с национальной сборной массажистом. Но у нее нет навыка и знаний для того, чтобы просто поставить человека на ноги, у которого сбили дыхание. Все. Это те вещи, о которых мы должны говорить. Окей, на уровне клубов, если мы не можем это организовать, какой-то клуб может, какой-то не может, мы можем говорить. Но на уровне национальной сборной, я считаю, что доктор обязателен в штабе. Ну, просто обязателен. И когда наши девочки видят, что в составе сборной Испании, условно, ну, я говорю, потому что они мне ближе, Италия такая же, Португалия такая же, там, где на сборе сейчас 17 человек, 14 человек персонала. 14 человек персонала. Кто-то отвечает за форму, кто-то отвечает за физподготовку, кто-то за тактику, кто-то за статистику. Да, у нас нет этих больших возможностей. Но одного доктора мы можем себе обеспечить. Профессионального, у которого будут лекарства, который будет знать, какие лекарства можно, какие нельзя в том или определенном случае. Элементарная история может быть, с чем мы можем столкнуться. Ну, не мы, национальная сборная, я говорю мы, потому что мы все работаем на национальную сборную. Любой клуб работает на национальную сборную, это правда и очевидно. Не дай бог, дадут какой-то не тот препарат, человека взяли на допинг, похоронили человека и какой-то результат. И доказывая, что этот препарат дали случайно, все ты не докажешь. Игрока возьмут на допинг, он принял какой-то не тот препарат, потому что ну, нет доктора, нет, никто за это не отвечает. Это ответственность на игроках, ну, по идее. А я считаю, что в национальной сборной должен быть доктор, который даст список препаратов, которые ни в коем случае нельзя принимать. Потому что, насколько я знаю, есть препарат просто, ну, условно, как ингалипт от горла, в котором содержатся вещества, которые принимаются как допинг, которые просто нельзя. Там есть детские лекарства, которые тоже, по-моему, от горла или жаропонижающие, которые тоже работают как допинг. То есть должен быть список лекарств игроков, которые вызываются на национальную сборную. Они должны понимать, чего им нельзя категорически принимать. В свое время был препарат Милдронат. Вот в какой-то период времени мы его использовали постоянно. Но в какой-то период времени вносят этот препарат в запрещенное. Помнишь, что там много медалей пулей пособирали, в допинг-пробах понаходили, был период. А здесь вот у нас скоро отборный чемпионат Европы. Я понимаю, что там те, кто игроки принимали его, им нужно делать уже паузу. Но об этом же нужно было говорить изначально. Да, мы сделали паузу, слава богу, никаких остатков, ничего не было. Но об этом тоже нужно говорить, об этом нужно, чтобы игроки знали. Вот мы сейчас придем к нам в команду, никто не знает, что им можно, чего нельзя. А завтра им выехать в национальную сборную. И кто это контролирует? Никто. А это должна быть зона ответственности доктора, однозначно доктора. Ну, кроме того, что это, понятное дело, это игрок, одна история, но, по крайней мере, игрок должен знать, чего ему нельзя. Вот если мы ему дали, игроку, вот у нас да, есть какие-то правила поведения в клубе. Да, у нас сейчас нету контрактов. Вот на сегодняшний день у нас в клубе нет контрактов. Но у нас есть правила поведения в клубе. Если я их не дам в начале сезона или игроку, когда он ознакомится или там сбросить PDF-файл, там где он есть, я не имею права требовать, что, блин, ты же вот тут вот там, не знаю, ты пришла на тренировку через полчаса после ее начала или ты на время сбора опоздала. Ты об этом не знала, что у нас такие правила. Так же и здесь.
ты не, игрок тебе скажет, я принимала эти лекарства, условно, там, нашли у нее допинг где-то, еще как-то. Он скажет, да я не знала, что их нельзя, вы мне не сказали. Везде будут написано в регламентах по допингу, еще везде будет написано, это ответственность игрока, и сделают виновата ее, потому что это ее ответственность. Но ей никто этого не донес, она не знала, что это сделать нужно или можно.